Мы строим внедорожники более 80 лет. Все лучшее, что у нас есть, наши технологии и традиции, опыт и мастерство наших инженеров, талант и харизму наших дизайнеров, уверенность и самобытность Mitsubishi, подкрепленные доверием наших покупателей и надежностью наших автомобилей, мы воплотили в нем. Встречайте! Новое поколение Mitsubishi Pajero Sport. Легенда возвращается. Смелый и узнаваемый дизайн Dynamic Shield и комфортный салон. Надежная и неприхотливая рамная конструкция. Линейка современных ресурсных двигателей. Новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. И, конечно, наша легендарная трансмиссия Super Select. Алгоритм ее работы прост и понятен, что позволяет даже начинающим водителям легко использовать весь невероятный потенциал наших автомобилей. Сегодня трансмиссия Super Select устанавливается на внедорожник Mitsubishi Pajero, пикап Mitsubishi L200 и, конечно, на новый Mitsubishi Pajero Sport. По сухому дорожному покрытию, будь то асфальт или дачная грунтовка, когда в полном приводе нет нужды, Mitsubishi Pajero Sport может ехать в режиме 2H, осуществляя движение только на заднем приводе. Прежде всего, это позволит снизить расход топлива, сократив эксплуатационные затраты. Но когда грунт под колесами становится скользким или вязким, например, выпадает снег или грунтовка сменяется песком, нужно перевести селектор в положение 4H, подключив постоянный полный привод. Super Select позволяет владельцам наших автомобилей сделать это без остановки. В положении 4H тяга распределяется на все 4 колеса, не только увеличивая проходимость внедорожника, но и значительно улучшая активную безопасность. Постоянный полный привод положительно влияет на управляемость автомобиля на сложных дорожных покрытиях в условиях снегопада и гололедицы, а также помогает водителю при совершении маневра на разбитом асфальте. Благодаря межосевому дифференциалу в трансмиссии Super Select в режиме полного привода можно двигаться по любому типу покрытия и с любой допустимой правилами дорожного движения скоростью. Именно межосевой дифференциал позволяет избежать дополнительного износа узлов трансмиссии при движении в режиме полного привода на высоких скоростях. Для форсирования внедорожных участков мы рекомендуем подключить третье положение трансмиссии 4HLC, заблокировав межосевой дифференциал и обеспечив тем самым равномерную тягу на обе оси. Включить блокировку на Mitsubishi Pajero Sport можно, не прекращая движение. Режим 4HLC необходим для преодоления сложных участков пути, помощи в колее и при подъеме в обледеневшую горку. В таком положении трансмиссии Super Select не рекомендуется ездить по асфальтовым дорогам, так как он снижает маневренность автомобиля и существенно увеличивает нагрузки на трансмиссию. Обширный арсенал помощников на бездорожье, ключевым элементом которого является трансмиссия Super Select, позволяет Mitsubishi Pajero Sport уверенно чувствовать себя даже в тех заповедных уголках, куда другие автомобили просто не доедут. Для крайних случаев внедорожник Mitsubishi оснащен крайним положением Super Select 4LLC. Тандем пониженной передачи с полным приводом и блокировкой межосевого дифференциала позволяет форсировать серьезное бездорожье и затопленную колею, глубокий снег и брод до 700 мм, а также затащить в скользкий подъем тяжелый катер или дом на колесах. Для подключения этой опции необходимо остановиться, перевести коробку передач в нейтральное положение и дождаться включения индикатора на приборной панели. Как только символы подключения 4LLC перестанут мигать, можно начинать движение. Для активации полного спектра внедорожных помощников осталось только подключить заднюю межколесную блокировку, которая потребуется в случае возникновения пробуксовки колес задней оси. Для этого нажмите кнопку RD Lock на центральной консоли. Опция доступна на всех внедорожниках Pajero Sport, официально проданных в России. Пониженная передача вдвое увеличивает крутящий момент на колесах, превращая Mitsubishi Pajero Sport в настоящий вездеход, равных которому предстоит еще поискать. Карту и навигацию можно отложить. Вам пригодится только компас. Также в положении 4LLC мы рекомендуем буксировать тяжелые автомобили. Поверьте, к вам часто будут обращаться с такой просьбой. Ведь у вас новый Mitsubishi Pajero Sport —
Бескомпромиссный внедорожник старой школы, которой осталось так мало. Внимание! Использование пониженной передачи на асфальтовых дорогах и на скорости свыше 70 км в час не рекомендуется. Легендарный Mitsubishi Pajero Sport, сохранивший гены настоящего внедорожника, стал привлекательнее и комфортнее. Куда бы ни лежал ваш путь, будьте уверены, Pajero Sport не подведет. Mitsubishi. Надежно.